Легкая атлетика всегда пользовалась повышенным вниманием у любителей физической культуры и здорового образа жизни. И не случайно на ваших экранах кадры кроссового турнира, ведь именно этот вид бега является фундаментальным для последующих стартов на тех же дорожках стадиона и даже в прыжковых секторах. У нас каждую субботу мы проводим свои спортивно-массовые мероприятия. Вот и в эти выходные, посвященные Дню физкультурника, мы провели соревнования по легкой атлетике, где проводилось среди организаций и предприятий АПК. Собралось достаточно большое количество людей, был большой азарт, и хотелось бы отметить, что наши победители прошлогодние, партнерика, опять заняли первое место, с чем мы их поздравляем. Если брать лучших спортсменов, то в различных видах первенства завоевали Диана Гончар, Мария Салук, Антон Ивасюк, Дмитрий Дубовицкий и Владислав Буглак, победившие в двух видах программы. Также радостная весть пришла к ФСК «Урожай» с областного волейбольного тура, в котором серебряные награды завоевала как мужская, так и женская команда, выступавшие под руководством тренеров Александра Михайловича Мицуры и Сергея Александровича Желудя.